словом, вам вы хотели что-то сказать? Сегодня как бы аукцион был маленький, но я ничего не приобрела, может быть, завтра приобрету. Я просто хочу отдать фонд Елены Мозелевой, ну, хотя бы 700 гривен. 700 гривен. Давайте. Спасибо. Да, то есть просто, ну... завтра на аукцион, там, кому-то еще. Не, у нас есть много работ. Да? Спасибо большое. Как вас зовут? Можно представить, чтобы все знали? Наталья. Наташа, спасибо большое. Если я не ошибаюсь, это вы стульчики, ваши стульчики? Да. Да, кстати, вы сидите на стульчиках, вот Наталья. Спасибо. Наташа, спасибо большое. Я не могу вас оставить без, так сказать, произведения. Вам какой цвет больше нравится? Голубой или зеленый? Что вы хотите? Все равно главное, что это сделано на границе. Тогда зеленый. Держите подборные аплодисменты. Спасибо, Наташа. Честь и хвала вам за ваше доброе сердце и вашу поддержку.